Лучше здесь, на общенациональном детском телеканале, чем в подворотне. Примерно так можно интерпретировать намерение создателей шоу «Ультра раздевается» на телевидении Дании. Программа, где взрослые предстают полностью обнаженными перед аудиторией в студии, детьми возрастом от 11 до 13 лет. Но фактически все это могут видеть дети любого возраста. Программа считается детской, образовательной на открытом эфирном канале. Продюсеры настаивают, все это ради избавления от стыда по поводу собственного тела и его несовершенства. Тебе говорили какие-нибудь гадости на улице? Да, очень часто в фитнес-центре, а также в соцсетях обзывали жирной свиньей. В мире передачу заметили после публикации в американской прессе, хотя в эфире она уже второй год. И обнаженные взрослые в этой детской программе есть почти всегда. По большому счету, никому бы и не было дела до того, как кто-то сходит с ума на датской почве. Но сама проблема современного сексуального воспитания и пересмотр взглядов на традиционные семейные отношения воспринимается остро и в Америке, и в Европе. Я мать 12-летней девочки, и я не понимаю, почему наших детей в школе фактически учат заниматься сексом. И почему им говорят, что со всеми вопросами надо идти к преподавателям, а не к родителям. Это порно. Настоящее порно. То, что есть в учебниках для 3-го класса, где учится мой сын. И в Штатах, и в Западной Европе наметился серьезный общественный конфликт между школой и родителями. Некоторые из них даже выходят на пока немногочисленные, но все же настоящие акции протеста против того, что они считают сексуализацией образования. В Великобритании уволили учительницу Кристи Хиггс, которая не согласилась с новой учебной программой для младших классов по якобы защите детей от буллинга, школьной травли. Когда я увидела эти учебники, я поняла, что это не просто о буллинге. Там было много между строк, вроде рассказа о мальчике Джейкобе и его платьях. Или, например, о том, что дети вправе выбирать свой пол. Все это шло вразрез с моими убеждениями. Она всего лишь критиковала возрастное соответствие, уместность этого материала для детей 5, 6, 7 лет. Там есть очень взрослые темы. А ведь дети очень впечатлительны, и то, что им закладывают в голову, остается у них и в сердце. В конечном итоге все эти споры о том, нужно ли знать ребенку о вещах, которые он не в состоянии полностью понять. И где грань между информированием и навязыванием модели поведения. Никто не спорит, мир многообразен, и люди в нем разные. Но так ли уж необходимо настойчиво открывать глаза на то, что может испугать или подтолкнуть к заведомо неосознанным решениям. А иногда речь идет о действительно важных решениях. В Британии вышел детский сериал о 12-летнем мальчике, который чувствует себя девочкой. Сначала он в положении сбоя, но вскоре при поддержке родителей и учителей становится чуть ли не самым популярным учеником. Или скорее ученицей. Ханна, садись с нами. Это мои подружки из начальных классов. Фильм, как говорят его критики, убеждает в том, что это превращение дается легко и без последствий. И главное, подталкивает к мысли о том, что преображение можно и нужно поддержать приемом специальных гормональных препаратов, а в перспективе и хирургической операции. И это решение, которое нужно принимать в 12-13 лет. Кайра Белл одна из тех, кто о таком решении горько пожалела. Подросткам решила, что она скорее мальчик. Обратившись к специалистам, получила поддержку, курс гормональной терапии и медицинскую операцию. А в 23 поняла, что совершила ошибку. Меня злит, что рядом не оказалось никого, кто смог бы сказать мне, что я не права. Мне, подростку, позволили реализовать эту фантазию. Кайра подала в суд с требованием запретить Тавистокскому институту, где она сама получала консультации по смене пола, назначать блокаторы полового созревания детям до 12 лет. Супруги Маркус и Сьюзен Эван, уволившиеся из Тавистока психотерапевты, теперь ратуют за то же. Они говорят, что за последние годы количество детей, желающих сменить пол, выросло кратно. Раньше блокаторы гормонов разрешали 16 лет и старше. Сейчас порог снизили. Сегодня даже ребенок 9-10 лет может получить эти препараты. Прежде чем отправлять ребенка на гормональную терапию, возможно, стоит просто подождать. Они займутся своими проблемами потом, когда придет время. Но сейчас многие клиники берутся решать это немедленно. Политика школ, поощряющих раннее сексуальное просвещение, сталкивается и с другой актуальной проблемой. В Европе подрастает уже не первое поколение детей из семей иммигрантов, в том числе из тех стран, где тема секса в принципе табуирована. Вы знаете, что произошло в Бирмингеме? В какой-то момент родители-мусульмане просто забрали своих детей из школ, которые опустили на 70%. В Германии уже известны случаи, когда родители, которые противились урокам сексуального воспитания для своих детей, штрафовали и даже подвергали администрации
административным арестом. Я считаю, что в ЕС детей с малых лет склоняют к разврату. Во Франции даже в католических школах пытаются проводить такие уроки. Мы с женой боролись с тем, что половое воспитание пытались внедрить в детском саду. Кажется, что все это проблема либеральной Европы, но и в консервативной по большей части Америки уже год тянется судебное разбирательство. Спорят разведенные супруги Янгеры. Мать настаивает на том, что их сын чувствует себя девочкой. Отец пытается воспрепятствовать грозящей ребенку терапии по смене пола. Он уверен, что бывшая жена давит на ребенка, который на самом деле не хочет быть девочкой. Я девочка. Кто тебе говорит, что ты девочка? Мама. На самом деле он классический техасский парень. При этом в суде еще и размышляют. Может оставить его с мамой, которая одевает его как девочку. А я вынужден доказывать, что он вообще-то парень. В итоге суд постановил, что опека достается обоим бывшим супругам. Ни один из них при этом не имеет решающего голоса. Так что фактически дальнейшая судьба ребенка, мальчиком ему жить или девочкой, пока не определена. И подобные коллизии, ставящие в тупик родителей, семьи, школы и власти, возникают по всему миру все чаще. Но в Швеции, кажется, нашли своеобразный выход. Здесь есть гендерно-нейтральный детский садик. Тут избегают любых слов, указывающих на пол. Обращаются просто «друзья». У детей неопределенные имена. Например, у этих Мика и Ника. Оба мальчики, но в последнее время они решают одеваться как девочки. Во всяком случае, так утверждают их родители, которые тоже не мама и папа, а каждый из них мама. У нас демократия. Мы позволяем детям быть теми, кем они хотят. Но в случае с детьми это все равно остается демократией, спущенной сверху, теми же взрослыми. Алим Юсупов, «Итоги недели», телекомпания НТВ.